Хакаси выступит трубач из Японии Сёдзо Цумори. Концерт первого солиста Токийского камерного оркестра состоится в Республиканской филармонии завтра. В программе произведения известных европейских композиторов Антонио Вивальди, Герга, Телемана, Йогана, Неруды и других. Сочинения были специально написаны для трубы. Настоящей изюминкой станет попурри из кинофильмов на музыку Эннио Морриконе. Эти произведения японский трубач специально приложил для оркестра Хакасской республиканской филармонии. Солист-трубач – это большая редкость во всем мире. Кстати, сходить на концерт Сёдзо Цумори можно по Пушкинской карте. Для меня это уникальный опыт – ездить по местам с другой культурой. Я очень рад, что могу участвовать в ее развитии, также развивая свои профессиональные навыки как музыканта. Я буду очень рад также, если много людей придет на этот концерт.